Прокуратура Ливана выдвинула обвинение в адрес высокопоставленных политиков в связи со взрывом в Бейрутском порту. В понедельник будут вызваны на допрос исполняющие обязанности премьер-министра Хасан Диаб, а также трое бывших министров транспорта, финансов и общественных работ. Они занимали свои должности в начале августа, когда произошла трагедия. Их обвиняют в преступной халатности, которая привела к человеческим жертвам. В заявлении прокуратуры отмечается, что эти четверо не предприняли никаких мер по вывозу из портового склада удобрений, хотя к ним неоднократно поступали доклады об опасности этого груза. Мощность взрыва слежавшихся удобрений составила около 1500 тонн в тротиловом эквиваленте. Премьер Диаб уже выразил удивление действиями следователей, заявив, что его совесть чиста.